Уважаемые люди, как сладко с Господом общаться, словами Библии питаться, внимать речам Святого Духа. Пусть ваши уши будут открыты для речей Святого Духа. Я сегодня хочу напомнить то, что Бог тебя любит, дорогая душа. Настолько сильно полюбил нас, свое творение, что Он пошел на крест за нас, оставил славу небес, пришел сюда, на эту грешную землю, чтобы спасти нас. Он заплатил за нас. Он уплатил на кресте. Он, проливавший кровь, сказал: «Совершилось», и плачет. И сегодня всякий человек, который кается в своих грехах, принимает Иисуса Христа, осознает, что Христос заплатил и воскрес. Бог грехи прощает. Мы скоро будем говорить: «Воистину воскрес». Это истинная правда. Это истинная правда. Поэтому Бог призывает покаяться. Примиритесь с Богом, читайте Евангелие. Молитесь Богу, Бог слышит вас. Бог слышит вас. Господи, благослови всех людей, кто здесь едет. Благослови Украину, благослови Одессу. Благослови всех людей, кто в этом транспорте. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Читайте его. У кого нема, мы бесплатно дарим Слово Божие. Пожелать может взять. Крепкого здоровья и доброго пути вам.